Добрый день всем, дорогие зрители! С вами Лиеро, это стримчанский по новой игрухе, которая называется Sniper Ghost Warrior Contract 2. Сегодня будем знакомиться с игрой, будем смотреть, что она с собой представляет, посмотрим, стоит ли она внимания, ну и, конечно же, спасибо нашим подписчикам, потому что это один из вас дал доступ к этой игре, сказал, Нававан, покажи нам. Вот, окей. Значит, ребятки, начинаем новую игру. Я, честно говоря, даже не смотрел, о чем игра. Поэтому будем по ходу разбираться. For the past 20 years it has been controlled by two people, President Omar al-Bakr and his wife, Bibi Rashida. Their regime is both cruel and brutal, but we saw no reason to interfere. Till now. We have actionable intel Kuomar is planning an offensive against a neighboring state. A war here is unacceptable. Короче, опять война за добычу нефти, вот, рассказывает про то, что муж с женой, короче, правили страной жестко. His wife has taken power, but her grip is weak. Some within her government resent both her gender and Western education. However, she's supported by a close network of warlords. They provide troops and weaponry to Rashida, reinforcing her control and preventing open revolt. The regime is financed by the hacker and crypto anarchist, Lars Hellstrom. Wanted by multiple agencies, he threatens governments, rigs elections, and holds corporations to ransom. Together, they are the masterminds behind this offensive. We need you to shut them all down. We also have a friendly in country, Taj Tahir, a journalist and the son of one of Rashida's few political opponents. He disappeared after being arrested on espionage charges. Find him. Kuomar's terrain is both arid and mountainous, so getting close to a target may not be possible. We know you're a long shot specialist, so this shouldn't be a problem. Your new gear should help, especially the prototype visor. It has an enhanced battlefield display and a direct comms link to me. А это маска Дарт Вейдера. Rashida and her allies cannot be allowed to ignite the region. Her war must be stopped. Короче, суть проста. Мы останавливаем войну, мы спецагент, я так понимаю, какой-то суперснайпер, который должен ликвидировать поставленные цели и остановить войну. Вот вкратце то, что они рассказали, там просто убийство одного президента произошло, и, короче, начался конфликт. Ну, как обычно, войны начинаются. Кого-то грохнули, кто-то кому-то ничего что-то сделал, отжал нефть там и так далее. Окей, начинаем. Игра, мне он в чате уже написал, да и мой, что игра типа Хитмана, только вот со снайпером как раз написал. Ну, я по описанию понял, там говорил, что ты стреляешь хорошо на дальние дистанции, то есть ясно, что мы будем играть за какого-то персонажа, который будет орудовать чем-то дальнобойным, а судя по тому, что это война, дальнобойная, наверное, только снайперка. Я не представляю, какое другое оружие может быть дальнобойное, при условии, что это не техника. Вот. Следующий стрим по арку, да, будет по арку, просто там Димон перепаковывает файлы. Вы же знаете, это арк, он 300 гиг там весит, 250 или сколько, короче, дофига. Так, давайте перед тем, как мы начнем, еще кое-что, чуть музыку искручу, бо она такая громкая. Эффекты пусть будут погромче, музыка вот так, субтитры, да. Кстати, английский, по-моему, только английская. Да, я хочу сохранить изменения. Видео очень высокое, поле зрения 60 гамма. Ну, тут я, в принципе, все настраивал, я просто вам показываю, что тут очень высокая. Игра сама по себе не требовательная, потому что тут практически все очень высокое. Даже настраивать нечего. Вот сама игра, у нас язык только английский, если я не ошибаюсь. Да, микро. Ну, короче, да, только английский, походу. Улучшения есть какие-то. Ну, давайте так, это будем разбираться попозже. Я так понимаю, дроны можно, видите, какие-то улучшать. Маскировка и разведка, ну, то есть прокачивать персонажа. Но пока не будем сюда лезть, потому что мы не получили ни одного левела. Я думаю, если разрабы грамотно делали игру, то при получении левела нам все это расскажут, чтобы я не лез, как говорится, во предбатьков так. Поехали. Значит, серая пустыня, детали контракта. Пройти обучение, ну вот, то, что нам и надо. Начать контракт. Значит, стрелок. Вольный стрелок, снайпер, ветеран, ликвидатор. Ну, давайте... Без наказания, так, испытайте себя, выслеживание прицела опасного. Ну, это, короче, для детей, это неинтересно. Вольный стрелок. Проверьте свое мастерство. Используйте доступную снайперскую аппаратуру, чтобы справиться с умным соперником и победить в увлекательных испытаниях. За дело.
Коллиматорный прицел недоступен по умолчанию, но его можно выбрать в настройках. Снайпер-ветеран, без труда не выловишь рыбку из пруда. Приготовьтесь к испытаниям, где вам придется положиться на свои навыки снайпера при встрече с опасными врагами и сложными условиями. Приглашаем исключительно ветеранов. Либо это, либо это. Но сюда я точно не пойду, это походу одна жизнь. Готовьтесь, у вас реалистичная механика стрельбы из ранения, так и слабоко. Либо это, либо это. Либо вольный стрелок, либо снайпер-ветеран. Куда идем? На ликвидатор я не пойду, ребята. Да, блин, это будет не наслаждение от игры, не знакомство с игрой, а будет горение пукана. Если разрабы сделали реально хардкорную систему, ну, умных, скажем так, АИ, ботов, то, блин, они просто меня в говно сотрут. Смысл идти и страдать? Мы смотрим на игру, мы получаем удовольствие от игры, или мы страдать идем с вами? Если вы хотите страдать, то, блин, это вам не сюда. Я не буду мучиться. Я 10 раз умру, я скажу, да нафиг и выйду. Так что давайте, вторая или третья сложность? Ветерана, говорят, бери. Вы реально, вы же понимаете, если будет очень тяжело, я ж закончу. Вы понимаете? Давайте, ветеран, окей. На ликвидаторе не пойду. It's time to get familiar with your weapons and gear. Так, знакомимся с оружием и снаряжением. The tactical visor we supplied provides a live feed from your scope. It's equipped with an advanced combat display. You'll be able to scan terrain as well as tag and track. Ладно, давайте пускаем. Ё-моё, нифига себе. We need to calibrate the mask's display to your biometrics. There's a training rifle ahead by the OP. Pick it up and let's begin. Roger that, Control. Так, ну пошли. Ну, графика неплоха, кстати, на самом деле. Трава неплохая. Ну, в принципе, выглядит все реалистично. Песок. Тоже, смотрите, какой хороший. Неплохо, неплохо сделали. Так, ладно, графическая составляющая уже приятная. Это не может не радовать. Пошли. Пойдем обучение. Офигеть. Красивый видон. Но буря. Дальние, чтобы не загружать систему, видите, они сделали бурю. Тоже правильно. Правильное решение. Так, что надо сделать? Вот сюда нам. Ну давайте, снайпер. Е. Take a prone position to stabilize your base. We need consistent readings. Так, значит, тейп. Пригнуться и ползти. При нажатии S вы пригибаетесь. Чтобы стать еще менее заметным, удерживаете S, чтобы принять лежащее положение. Понял? Так, пока вы пригибаетесь, у вас меньше водит ствол. Ну, это понятно. То есть дольше можно задерживать дыхание. Так, ваша выносливость отображается в виде полоски выносливости. Угу. Она расходуется, когда вы бегаете или делаете действия. Так, от выносливости зависит, на какой срок вы можете задерживать дыхание при прицеле. То есть прокачку выносливости тоже надо, по теории будет, чтобы потом снимать. Все хорошо. Когда вам потребуется дополнительная выносливость, для сложного выстрела воспользуйтесь усилением выносливости, если оно у вас есть. Понятно. Короче, расходники. Так, поехали. С. Оу! Это... Ага, это можно швырять камни. Ладно, понял. Так. Switch on your binocular display to enable hostile tags. Бинокль, хорошо. Tag the target straight ahead. You're 12 o'clock. Tagging hostiles will give you their range and keep track of their movements. Я понял. 172 метра, значит, так идет. Это дальше стоит... О, не попал, видите? Это стоял, значит, чуть ближе, чем вот так вот. Я понял, надо биноклем, короче, все. Так, а ну это. Надо всех, короче, пометить, оно не дало, видите, мне убить их. Так, пометил троих. Давай, блин, а пока прикольно, на самом деле. Не понял. 200 метров. Почему он не падает? Пометьте еще три цели? А, бляха, все, я понял. Your scope also allows you to measure range to targets. Go to glass and see for yourself. Так, нажмите Т, чтобы отключить режим бинокля. Так.
The upper left quadrant in your scope is a rangefinder. Mm-hmm. The target's height on that scale indicates their distance from you. It'll change according to your zoom ratio. А что это вверху? Focus on your breathing. Splash this target. Aim for the head. Hit. Там, конечно, go for the next one. Так, давай. Блин, нифига себе, вы что, прикалываетесь? Туда, next target, you're 12, 300 meters. I know you're used to doing the maths for range, wind speed and direction in your head, but we've saved you some time. Adjust for range and use the bullet drop curve to line the shot up. Ветер? Вы что, прикалываетесь? Check the distance and wind direction. Go for a headshot. Ага, вот так пуля падать будет. Ё-моё, а где ветер показывается? Это жесть, пацаны, 300 метров, да? Охренеть, good. Блин, они сделали. Raven, find your next target. Ё-моё, это жесть, это реально будет жесть. Так. Adjusting your scope to target's range will improve accuracy. I've marked the distance for you. Set your scope elevation to 400. By calibrating your scope properly, you won't have to manually adjust your aim up or down to compensate for the distance and bullet drop. Ага, я понял. UE. 400 метров. Вот оно. Ну давай, давай вот так вот на 400, я сюда сбегу. Good. Хорош. Splash four more now. There's plenty of ammo. Restock or reload when you need it. I know you're a marksman, but use your binoculars to tag hostiles before taking the shot. It'll give you distance to target to zero your scope. Они еще двигаются. Пацаны, может, я зря на ветеране пошел? Вы понимаете, как надо будет сейчас высчитывать? Ёшкин, блин, да сколько вас тут? А вот еще один. А, это тоже помечен. Кто еще не помечен из вас? Но? Уничтожить больше цели, 0 из 4. Перезаряди винтовку. Так, ну давайте, меня обучили, в принципе, суть я понял. Значит, сколько здесь? 700 метров. Давайте опробуем на 700 метров. Так, возьмем 600 и на 700 я стрельну. Посмотрим, какое упреждение брать. Это максимально... Ой, блин, это будет сложно на самом деле. Не попал. 739. Excellent. Хорош. First target down. Это, блин, жесть. 700 метров. Вот этот движущийся. Давайте посмотрим на движущего. Плюс надо на упреждение. Сколько пуля летит? 400 метров. То есть надо откатиться. Падает ровно. Значит, надо просто... Вот так. Two more to go. Хорош. Ты, блин, это еще это надо ветер еще смотреть, учитывать на расстояние полета пули. Ох, блин, я чувствую, я накосячу сейчас. Сейчас бы первая миссия, я в ее завалю сразу. Так, здесь у нас 525, это где-то вот тут вот. Не попал, почему? А, 540, понял, почему не попал. Not bad. One more to go. Я подумал 520. 40. Хорош. Так, что вот там еще один кто-то есть. 582. Давайте подкрутим. 582 это где-то вот тут. Your scope is zero now. Хорош. We can move on to the next stage of familiarization. Head to the door behind you. Так. Move through the door to the next area. We have some additional kit to familiarize yourself with. Блин, мне нравится то, что я вижу. Реально, пока вообще топово. Ну, система стрельбы просто охренительная. В плане... Прям как-то реально... First up, Falcon drone. Pick it up. Так, дрон-сокол, возьми его. Давайте, дрон-сокол, обучите меня, пожалуйста. Select it from your inventory. Так, выберите его через инвентарь. Now launch it. Now launch. Окей, запускаем. Launch. The Falcon can see when you can't. There are two enemies behind that metal wall ahead. Locate and tag them with the drone. Самое главное, где-то два врага, а вот. It has a limited battery life, but will recharge when holstered. Call it back. Подавление дронов вышка, видали? Нельзя туда лететь. Так. Ой. The drone can hack CCTV boxes.
We're looking into possible upgrades later. There's a CCTV access point in the building below. Send the drone in and hack it. Так, взломать систему дроном, ну давай. That interference is caused by a jamming tower. You're likely to encounter more of them during your missions. They're heavily armored, so don't try to destroy them. Just keep the drone out of their jamming range. Your mask's HUD will indicate when you're close to one. Thankfully, their heavy armor does limit signal range. Use the drone to find an alternate route to the CCTV box. Другую... А. Может, сюда, через окно хотят? Ё-моё, дроном через окно? Я как шпион. Так, давай. Hacking one access point gives you control of all the cameras connected to it. It also prevents them detecting your presence afterwards. Try switching between different cameras. Это я так понял, да? Any hostiles you spot on camera will be tagged in your HUD too. That's handy. Ну все, камер больше нету, давайте я... You're up to speed on the drone now. There's another piece of kit on the table. Have a look. Оп, понял. Блин, если так быстро взрывался дрон, даже ничего не сделал. Так, что надо сделать? Секунду. Опа, это что за... These auto turrets sync with your HUD. You still need to mark hostiles for the turret manually, but it can then fire at your command. Так, давайте, где-то боевые турели. Установить турель. Ну давайте, установим турель. Once placed, you set it up via your mask's binocular mode. Activate that now. Focus on the hostiles you tag with the drone. Then you need to mark them for your turret. Remember, turret marking is separate from your binocular tagging. Once marked, you can execute the fire command anytime. Ладно, давайте. Еще раз. Я просто я кнопки сейчас не запомню, дофига кнопок разных. Exit binocular mode and command the turret to fire. Пометил двух целей, а теперь выходим с бинокля, я так понимаю, и приказываем стрелять через G. Ну давай. The turrets won't function till you mark targets with your binoculars. Нажми Т, переведи маску. Огонь. А ну вот так может. А, вот, все понял. You're done with gear familiarization. One thing I should mention. You can use a turret's inbuilt camera for Overwatch, or use it to execute simultaneous shots, if needs be. Also, the turrets are under constant development. We may be able to upgrade them later. That's all the new gear covers. We have a spot set up to test special ammo too. Or you can head straight out. There's a truck waiting in the back. Так, ну что, добрый день, пошли. А ты не пометил их. Да, я уже понял. На самом деле, я сейчас кнопки начну путать. Надо будет привыкнуть. Так, что это у нас такое? Бронебойность. Разрывные здесь что у нас? Эми, Энджел. Хрен поймешь, что это такое. Это, блин, разные типы винтовок. Так, а ну давай. Ага, вот боеприпасы разные. Звуковой боеприпас. А ну, что это такое? Так. Он стоит боком вообще как-то. Только метров, я его не пометил. А ну где? Турель! Не видели, я стрельнул с турели, но она его не убила. Так, 224 метра, не вопрос, мы сейчас подстрелим. Даже так наискось тебя подстрелю. 224. Не понял, что за прикол? А, это звуковой. Но он не убивает. Так, Z. Что это за пуля? Не вижу, а вот, вижу их. Так, давай пометим раз. Но их не видно.
Даже несколько метров до них. Пец. Ага, их так намечать можно, видите? Блин, прикольные пули, хорошо. Зет, что там последняя пуля? Что это такое? Легкие боеприпасы для... Что легкие боеприпасы? Они, по идее, тоже могут убить, а ну, кого тут можно стрелять? А, никого не вижу. Да, давайте. Чуть никого реально нету. А, стоп, вот еще кто есть. Понял где. А не, не, стой, стой, ты что делаешь? Вот эти перезаряди. Я хочу проверить, как они вообще дамажат. Так, теперь бинокль. Отлично. Теперь давай проверим, что, на что вы способны. 170 метров, ой, 112 метров, это вот сюда. Да, это боевые, все, понял. Хорош. А, так, ну ладно. В принципе, все понятно пока. Давай до следующую винтовку испытаем. Мне надо понять, что кто умеет. А ну еще раз. Это значит метки приманка. Эми, там еще Эми и что-то еще. Эми вырубает. Там давайте посмотрим. Z. Так, средние боеприпасы. Боеприпасы Эгил. Что за Эгил? Не знаю, сейчас проверим. Агил какие-то боеприпасы. А ну, что это такое? Так. Ну что ты делаешь? Эгл, что они делают? Я ж не понял, то я ж вас пометил. Ребят, вы что, блин, шутите? Бляха. Чё ты не понял, когда меняешь оружие, метка пропадает. Это на самом деле не прикольно. И тут нету... А, кстати, здесь нету... Куда стрелять мне пока? 10 метров. И как мне попасть? Это вообще на эти пули даже поправку на ветер не надо брать. Какие-то странные, это какие-то пули, которые игнорят законы физики, ё-моё. Тихо, отдохни. А, давай другую перезарядим, мы поняли, что это делает. Так, что за электрошоковые патроны Эми? Они вырубают, скорее всего, должны электронику. Ага, вот оно. Вот оно. Камеры. Так, хорошо. Давайте проверим. 221 метр. 221, это значит... вот так. Все, взорвалось сразу? Ладно, понял. И третья винтовка. Короче, ну на самом деле... Все винтовки эффективны, если так вот разобраться. Стоп, я не прочитал. Ах, я сейчас прочитаю, что это за пуля. Так, ляж. Так... у тебя за пули. Значит, тяжелый патрон, но это бронебойный. Бронебойный патрон и... взрывчатый патрон. Ну, давайте взрывчатый посмотрим, что делает. Так, а ну смотрим. Взрывчатый патрон. Серьезно, можно мешки разбить? Так, тут примерно 200 метров, судя по всему. Где-то вот так надо стрелять. Где-то вот так. А, блин, это сюда надо стрелять, ё-моё, я думал в эти мешки. Понятно, я, блин, тут целюсь, не только... Я Валера, я целился, видели куда? Это кажется, там кажется, каждую винтовку будет на миссию давать. Ну, сейчас будем смотреть, нифига себе прицел. Это хороший, кстати. Да, зум, конечно, просто потрясающий. Так, давайте посмотрим, кто тут у нас. Раз, два, три, четыре, пять. А теперь, блин, ты в тире. Так, столько, 170 метров? Давайте, оп, оп. 200, стоп, не туда. Переборщил. 170, это тут.
Отдыхалка сдохла. А, сапульник. Ладно, пошли дальше. Мы это попробовали, тут проверили. Воу. Это все обучение, судя по всему. Короче, ну, в принципе, три типа винтовки. Винтовки, которые снимают электронику, винтовки, которые взрывающими снарядами стреляют, винтовки, которые отвлекают. Ну, это пули, самые основные, которые, наверное, нужны для игры, я думаю. Ну, и там остальные легкие, тяжелые, средние брони... Эти патроны для пробивания разного типа брони. Так, панель солдата. Такие тяжелые снайперские винтовки, как UK-50, довольно громкие. Зато способны отправить смертоносный заряд на большое расстояние, благодаря чему и стали любимыми теми, кто предпочитает стрелять издалека. Видите на экран настройки оружия на выбранном оружии. Так, ну давайте, как К пишут, а X. X. Используйте на ячейке оптики, чтобы открыть магазин. Так. Ага, понял. Оптика. Тут у нас есть вверх большой области. Давай поставим этот. Это еще могу поменять? Идеально для следующего задания. То есть, я так понял, реально на каждое задание будут давать. А виды навыков. О, понеслась. Виды навыков. Что это такое? Улучшенное зрение. Удерживайте Ctrl левый, чтобы активировать тепловизор. Используйте его, чтобы обнаружить излучающих тепло врагов и устройства. Ага. Окей, тепловизор. Этот навык закрыт. Ну, короче, пока все равно нет смысла, наверное, смотреть. Мы можем, конечно, почитать, но я просто не хочу это все перечитывать. Когда буду открываться, по мере возможного, буду учить. Но с другой стороны, надо знать, что учить, куда очки скидывать. Открывает увеличение 36 для бинокля и непрерывное масштабирование для всей оптики. Угу. Масштабирование для оптики — это хорошо. В режиме маски автоматически помечает всех врагов в радиусе 25 метров. Тоже хорошая вещь. Он повышает дальность обзора в режиме маски до 20 метров. Все функции маски будут работать с большого расстояния. С большего расстояния, я понял. Ну давайте. Что, вы купите этот навык? Да, но вы меня заставляете купить этот навык. Я, может, не хотел. Это пример из данной ветви. Вы можете приобрести оба навыка, но активным может быть только один. Ага. А, в добрый путь. Благодаря новым дальнобойным винтовке и навыку вы сможете поразить цель с большой дистанции. Возвращайтесь к выбору региона и выберите контакт на карте провинции Зинда. Думал, и не должен. Собака Энид. Уже сюда пробрался. Тут Энида можно написать, кстати. Это Э типа, Н и меняешь местами, и будет Энида. Откройте вкладку региона. Хорошо, регион. Так, поехали. Обучение мы прошли. Это что, всего 6 заданий в игре? Ну, посмотрим. А, это 6 и еще плюс несколько миссий. А, нет, стоп, это не миссия, это персонажи. Это кого устранить надо, да, у меня? Антвану Зарзу, капитана Рональда Пейна, Федора Новикова, русский. Награда, нифига себе, за Федора, блин, такую награду дают. Так и за других, на самом-то деле. Так, вывести из строя вышку, хорошо. Испытание, что за испытание? Убейте. Не поднимая тревогу, убейте всех в порту. Как можно убить всех в порту, если стреляют со снайперской винтовки, тяжелой, которая звук такой издает, как будто, блин, не знаю, ты с танка стреляешь с соседней территории. Так как, блин, можно без шума-то убить? Ладно, снаряжение у нас есть, улучшения мы посмотрели, дневники посмотрели, параметры посмотрели, легион, поехали вместе. Так, значит, контракт. Ну, судя по всему, это все. Поехали. Снайпер-ветеран я хочу. Надеюсь, я не зря взял. Канадский спецназовец поставил рекорд, видите, по стрельбе с длиной. Сколько? 3,5 километра! 3,5 километра! Your window of opportunity is small, so hit and move. Стреляй, двигайся. The first target here is Antoine Zarza, Rashta's favorite warlord and quartermaster.
The Zaza clan are arms dealers, alongside other criminal enterprises. Торговля оружием, конечно, занимается чувак. Eliminate him, and the Kuomari government will struggle to equip their militias. Your second target is a disgraced SAS officer, Captain Ronald Payne. He's in charge of the army's tactical training and currently stationed at one of their boot camps. Your third target is Colonel Fyodor Novikov, a Russian GRU agent sent here to control logistics and supply. Removing these actors from the board will seriously hamper Rashida's plans. Stay sharp. Рашиды, по планам Рашиды, поняли? не России, а Рашиды. Блин, ну они назвали так похоже. Блин. Я не знаю, просто, конечно, в реальности такое есть название, но я чуть сомневаюсь. Так, ну что, поехали. Все, послушали обещание. This is Raven. Roger, Raven. What's your status? I've exited the Hilo, and I'm commencing recon of the plateau. Intel indicates light foot patrols and some forward observation posts only. Proceed with caution, and you should reach the sniper hides with little opposition. Understood. The plateau will provide you with three OPs which overlook each target location. They should give you a good line of sight on any hostiles. Sounds like a piece of cake, except for the range, and with no spotter. I'm confident you won't miss. У меня дрона нету? No pressure then. Let me know when you've reached the first OP. Roger that. Raven out. А ё-моё, блин, я без дрона. Я думал, у меня дрон хоть будет. Называется, блин, ищи. Кого искать? Я-то как-то сыку идти. Давайте, блин, как в реальной жизни играть. Но в плане, я имею в виду, осторожно. Так. Я никого не вижу. Ладно, пошли. Опа. Так, скрытность. Нажми C, чтобы пригнуться. В этом положении вы будете меньше заметны и будете тише передвигаться. Полоска обнаружения начинает заполняться. Если враги подозревают о вашем присутствии, стало мигать красным, знаете, вас обнаружили. Поняли? Понял. То есть красным нельзя, чтобы мигало. Так, ну пошли. А с ножа их можно убить, интересно? I'm telling you, other guys are finding valuables all over the place. And there's everything. Trinkets, coins, artifacts. I know, but if the captain finds out, we're really screwed. Don't worry about it. You go look in that cart over there. I'll search these. I have a good feeling about them. Что тут есть? Found anything? Still looking. The rest of the patrol. Where are they? Coming to kill you. Not if I kill him first. А я добрый. Оружие, маска. The other soldiers. Point them out. Over my dead body! Really? Your choice. Так, ну я понял, короче. Блин, я no mercy, короче, пацаны. Никакой пощады. Так, а ну я обыскал тебя? А поднять тело, а ну? Как оно реализовано, анимация? Так, а ну выкинуть тело, давай вот сюда посмотрим. А ну? А, ну ладно. Ладно, пошли дальше. 31-й двух допросили, больше тут никого нету. Оп, не бежать. Там он еще, походу, есть, ребята. Уже звуки, как будто кто-то идет. Камень в жопу.
Ну ладно. Самое главное, я не знаю, куда идти. Блин. Иду туда, не знаю, куда. Слава богу, что не грену кинул. Ну да, согласен. А я такой, я мог попасть, чувак. Ну, с винтовки вообще стрелять нельзя. Как, блин, пройти по стелсу, стрелять с винтовки, все, стелс закончился. Блин, огневая, мощная вин... Так, что такое? Удерживает открытое игровое оружие. Нужное снаряжение. Какое нужное снаряжение? Да нахрена мне это ничего не надо? Зачем ты мне даешь советы? Это гадюка? Что за звуки? Так, давайте посмотрим М. Куда мне вообще идти? Ты какой-то чувака оставил, что ли? Упс. Упс. Да, я понял. Короче, ладно, пошли вперед. Ага, понял. Так. Вот я сейчас попробую ради прикола стрельнуть и посмотрю, что будет. Так, ну давайте. Хорошо, сохраниться можно? Нельзя, я понял. А не, стоп, можно было вроде. Не, закрыть последнее сохранение. Чё, стреляем, господа, или... Ну это дурная, наверное, затея. Сейчас такой кипиш подниму. Блин, она 200 метров? Угу. Стрельнули с неё. Ладно. Дурная, не стреляем. Ни хрена, у меня такая снайпа, блин, я там не прицелюсь. Ну, мать, Валера, я тебя даже не видел. Оттаскивай, оттаскивай его. И что, он ничего не скажет мне? Control, this is Raven with a sit rep. Roger, Raven. Go ahead. I'm heading for the OP overlooking the port. Good. We just received some fresh intel on Zaza. He may be conducting a deal today. Our sources tracked a known weapons supplier crossing the border earlier and heading on the main road to that location. If we're lucky, you'll catch them both. Do you have anything on the supplier's ETA? Negative. But one of the locals may have more info. Look for a hostile stationed near one of the comms relays. I'm sure they've heard the chatter. And probably won't be asking him nicely. How you do it is up to you. Чё-то я не понял, куда он делся? Я его нёс, и он исчез. Что за фигня? Блин, как такое может быть? Я нёс чувака, вы же понимаете, да? Нёс, и он тупо куда-то пропал. Чё-то, блин, дичь. Как быстро бежать? Они реально слепые, кстати. Давайте проверим. Никто не услышал это?
И ну я знал, что глушак это хорошая вещь, но настолько. Военные точно должны были бы щелчок этот услышать. Тихо-тихо-тихо, мне тебя забрать надо. Куда он делся? Я плохо кинул как-то. Ну, вот сюда еще получше тебя кину. А ну? Ну типа его все равно видно, ну ладно. Так. Вот те чуваки видели? Какие-то змеи нахрен. Ладно, устранять. Опа, вон чувак. Вот тоже, наверное, один здесь стоять. А где этот, который тут должен быть? Плохо. Мне, блин, с пистолета стрелять. Я это услышу. Ты идешь, стой. Там мой труп где-то лежит. Вот это было хреново, я его не убил. HQ, enemy's position known, ready to engage, clear. Roger, fire at sight, out. А чё, куда ты застрял в текстурах, э? Прикольно, я в текстурах застрял, пацаны. Охренеть! Охренеть! Я в текстурах застрял. Стелс, руина. В разведку я не пойду. Да я хотел устранить, потому что там труп был. Я не понял юмора, какого хрена я застрял в текстуре. И не мог бежать. Это, конечно, печально. Как ты меня реально не видишь сейчас? You know what I'm looking for. Where is it? I don't know. Now what kind of attitude is that? Окей, все отлично, но разговор, конечно, дебильный был только что. Знаете, почему он дебильный был? Он ловит чувака и говорит: ты знаешь, что я ищу? С хера ли этот чувак знает, что ты ищешь? Он говорит: нет, я не знаю, но ясен пень. Любой бы сказал: я не знаю, что ты ищешь. И он говорит: ну все, что за манеры, убил его. Разговор, конечно, ням-ням-ням. Я бы его доработал на месте разраба, потому что это, блин, как будто душевно больные поговорили. Так, ну пошли, ладно. Этого грохнули, всех мы погрохали. А
Мне кого-то, блин, Валеру надо первого убить или кого там? Что это такое? А... Прыгнуть и забраться? Ладно, понятно. Нахрена мне дали снайперку, вот мне интересно для этой миссии. Какой толк с этой снайперки? Это ж стелс игра, зачем мне снайперка без глушака? Ну вот что, можно, что точно достойно вот им отдать должное разрабам, они красивые текстуры сделали. Прикольно выглядит. Неплохо на самом деле. А ну, камень наступает, да? Так. Стоп, а нам надо было кого-то убить где-то. Где он? Вы здесь. А где мой, блин, жертва моя? А жертва где-то тоже здесь, где-то в этой области. Давайте его найдем. А вон тут и есть. Так, надо сначала всех найти. Так, раз. Тут по-любому есть еще. Стопудово, не может такого быть, что он один здесь. The other soldiers. Point them out. Over my dead body! Really? Your choice. Прям супер солдаты. Таких бы солдат в какую-то страну. И, блин, в этой стране не было бы равных. Так, ладно, выкинули, пошли, короче, побежали. Это мне не нравится. А ну я устранил его, даже не написали. Не, он где-то тут пишет. Там тут никто. А ну стоп, может какие-то данные. Control, it's Raven. I'm in position above the port. Copy that. Plan your shots carefully. Zaza's likely to run if you miss. So no alarms? Well, not before Zaza is dead at least. Так, что теперь? О, да, вот зачем снайперка. Это мне уже нравится. Так, Зарзу надо найти, да? Жесть их там, конечно. Боже, целая военная база, ё-моё. Это капец, пацаны. Я же определил это. Жесть. Не, ну нахрен, я здесь буду расстреливать. Он говорил не поднимать тревогу. Попробуй тут, блин, не поднять Control. Тревогу. I have eyes on the primary target. Нашел его. Confirmed. That's Antoine Zaza. At this distance, it's not going to be easy. Even with all this fancy new gear. Agreed. But the basics don't change. Get him stationary to improve your odds. I'll line him up somehow. Good luck. Send when ready. Их там двое, что ли? Интересно. Так, ну что, есть у меня моя цель? Боже, там, блин, там... Какое расстояние? Километр, блин! Я не стрелял на обучение на такое расстояние. Вы что, шутите, что ли? А как упреждение это взять? Да блин, это бред. Я не попаду отсюда.
Километр, блин, серьезно? Сохраниться можно? Да, километр. А он плюс движение. Надо, чтобы он остановился. Так, ждем, пока он остановится. Я с километра стрелять не буду, потому что, ну, блин, ребят. Это... Анреально. Километр 100, он еще уходит. Километр 100. Мне надо, что... Остановись, пожалуйста, блин. Километр 2. Да, давай уйди вон туда, короче, чтобы я... А тебе надо только команду согрохнуть. Да это я понимаю, что команду согрохнуть. Желательно тревогу не поднять. Еще плюс. Он очень... Километр 200 нет. Вот так, километр 100. А вот еще один степи сидит, бобер. Он по кругу ходит, да? Так, ну это сколько на пуле примерно будет лететь туда? Километр 140. Это где-то значит... Это где-то вот так. Ни хрена себе, как долго она. Bollocks, the base is on alert. It's not good. А чем, чем Don't let the bastard get away. I'm on it. Цель убегает. Где она? Что? Base, Tango somewhere in Delta 4. Preparing mortars. Over. А блин, где она? Где цель-то? Цель убегает. Base, Papa 2, Papa 2, reporting constant mortar fire. Out. Пацан, да как вы попадаете на таком расстоянии, блин? Сука! Не, пацаны, надо хорошенько взял последнюю сложность. Это жесть. Сейчас бы с автомата на КМ стрелять. Блин, опять этого урода искать. Короче, мы застряли в этой миссии, господа. Я вам точно обещаю. Я знаете, сколько раз буду сейчас перестреливать, чтобы попасть в него? Вы видели, сколько Патрик летит туда? А, стоп, давайте я буду сейчас научимся стрелять на такое расстояние, значит... 1100 метров. Я хочу посмотреть, сколько пули летит. Надо посчитать секунды, потому что иначе 1100. Так. Видали? Bollocks. The base is on alert. It's not good. Don't let the bastard get away. I'm on it. Ну давай, конечно. Tango somewhere in Delta 4. Preparing mortars. Over. Пацаны, я со снайпы попасть не могу, понимаю. Как они попадают, мать ваша? Да вы чё, блин, посмотрите какая щель, это ж нереально. Сколько? 1090 метров? HQ, Kilo Juliet. Tango under mortar fire. Status unclear. Out. Ну, он цель убегает, понятно, я даже не знаю, где цель. Ну, он не попадает, и все. Попал. Это они, конечно, хорошо сделали. То есть, короче, когда попадаешь, эффект этот идет. Ладно, давайте загружаемся. Так. Давай чуть пройдем, может там позиция будет удобнее. А вот, может эта позиция будет удобнее. Короче, понял одно. Чтобы в него попасть, надо просто точно рассчитать. Надо ждать, пока он остановится. Нельзя стрелять, пока он идет. Это, ну, на ходу попасть вообще нереально. Точнее, реально надо дротить. Надо просто натренироваться, и тогда, если ты поймешь, сколько секунд летит... Так, он где-то вот отсюда выходил в прошлый раз. Сейчас мы его найдем. Я, может, он может и генериться вообще.
Чуваки, конечно, по сравнению со мной, какие-то, знаете, по-моему, не я снайпер, по-моему, они снайпера. Как они так попадают? Это жесть. Расставляли, блин, своих солдат, гады. А вот это идет кто-то наш? Нет, там кто идет? Control. I have eyes on the primary target. Primary target. Confirmed. That's Antoine Zaza. At this distance, it's not going to be easy, even with all this fancy new gear. Agreed. But the basics don't change. Get him stationary to improve your odds. I'll line him up somehow. 1100. Good luck. Send when ready. Блин, 1130. Это значит где-то вот где-то вот так надо стоять. Блин, ну это капец. Остановись, пожалуйста, хоть где-то. Встань, постой, постой секунду. Я прицелюсь и убью тебя. Мне. О, это мой шанс, кстати. Это мой шанс. Так. Хорош. Сваливаем. Target splashed. Вали, 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 вали. Impressive. Not the record, though. Not this time. У них снайпер. Besides, this op is off the books. Nothing here you can claim. Так. Base, we have target's position. Mortars ready. Clear. Эвакуируйтесь, чтобы получить награду. А куда эвакуироваться-то? HQ, Papa Quebec, suppressing with mortar fire. Быстро уходим нахрен. Стоп, у меня же были еще задачи. Стоп, секунду, а че я, блин? Я хочу еще задачу выполнить, стоять. Вообще-то в другом месте вообще. Ну ладно, побежали. Короче, не странно. Короче, я профессионал. Через пузы жопу жопу отсоединил. Но я просто видел, что это мой шанс, потому что он шел тупо на меня. По прямой. Я поэтому понял, что шанс попасть намного выше. То есть, когда он идет не на тебя, тебе надо угол, ну, то есть правильно рассчитать, мало того, что ветер, если он есть, так тебе надо еще и время полета пули рассчитать. Это, блин, капец сложно на самом деле. Так, остаться, покинуть регион, остаться на карте. Ну, я одного только убил. Остаться на карте, а ну. Data is secure. On the move. Well done, Raven. Ну, пошли устраним следующего. Оп. Что за нахрен это было? Только не сюда, пожалуйста, только не сюда. Хорош. Так. Какая-то охота за коллекционными предметами. Раздел обучения. Значит, метка на радаре. Когда вы оказались недалеко от коллекционного предмета, на радаре появляются желтые значки. Они могут указывать на несколько направлениях, ведя в нескольким коллекционным предметам. В области, чтобы перейти к следующему этапу поиска, идите по меткам, пока не окажетесь вблизи коллекционного предмета. Ага, вот. Значит, на радаре указывает направление желаемой добычи.
Типа что, ребята еще есть? Что за нахрен? Так, коллекционный предмет есть. Но они гребаные твари, они стреляют с чего-то гребаного. Бляха. Это коллекционный предмет, они сюда шмаляют. Беги! Как будто есть. Ладно, хвалим. Это минометы, говорят, да, похоже на миномет. Там еще коллекционный предмет есть. Что вообще такое нашел, кстати, интересно. А ну. Сигнальное устройство. Где-то там еще, видите, есть. Вот где там есть еще устройство. Идем посмотрим. Ну не устройство, а коллекционная вещь. Две даже коллекционные вещи. Вот тут где-то одна. Там она, скорее всего, наверху. Ладно, короче. Забейте, эта вещь мне не нужна. Идем выполнять задание. Мне тут хрен знает, сколько протопать километров надо пешком, чтобы дойти до этого чувака. Здесь еще два типа, но они перестали стрелять, кстати. Оп, оп. Хелсыпати. Блин, галяки. Лучше не падать. Опа, машину можно забрать. Так, ну машина точно кого-то. Hey, I see the enemy. Repeat. He shot him! HQ, this is Bravo 5-2. We have narrowed down hostile's location. Over. Опять себе? Сука! Бляха. Я не понял ни хрена. Чё они не вышли с машины? Что это было только что? Гребаные твари, откуда вы стреляете? Так, откуда выстрел оттуда идет, ну смотрим. Вот оттуда откуда выстрел идет. Блин, не понимаю, откуда вы стреляете? Машину попали свои. Ладно, давайте через вот это вот. Короче, людишек там дофига. Разрывные.
Хорош. Не заметили? Блин, где-то еще двое, я их не вижу. Опа. Кто-то бежал или мне показалось? Так, пошли на более высокую гору, заберемся. Стоп, не падай! Спецназовец гребаный, ты такое расстояние разбил. We have visuals on target. Awaiting mortar clearance. Papa 2, Papa 2, reporting constant mortar fire. Out. Где замедленный слоумо? Разрывные, у меня есть разрывные? Блин. Alerting nearby sectors. Search from cover. Out. Это разбился, да. Я заруинил только что. Но на самом деле, блин, там высота не была, не было такой большой, чтобы ты умер. Опа. А вот вы где, уроды. Yeah! Base. Tango somewhere in Delta 4. Preparing mortars. Over. Где он? Где там он был? Твою мать! Хорош. Ладно, не такие вы слабаки, я понял. Не такие вы, блин, лохи. Окей, окей, я понял. Ах, блин. Не, ну сложность хороша, кстати. Надо просто так и не действует. HQ, this is Bravo 5-2. We have narrowed down hostile's location. Over. Блин, наушники тут не повредило, мозг разлетел. Continuing mortar fire. Stand by. Ну, нам сейчас вообще не видно, встретим. Так, давайте слезем нормально, как-то чтобы не разбиться. Узрели силы нейросети. Ну да, жесть они меня раскатали. Я даже не ожидал, что они так, блин, обойдут. Никого нет, сейчас только я слезу, они появятся. Вот. Видали, как он меня спалил, блин? November 5 to HQ. We have the hostile's position. Over. Roger. Stay in comm. Out. This is Whiskey 3. We lost the enemy. Awaiting instructions. Base, X-ray Yankee. The Tango escaped. We can't locate him. Over. Привет, маленький. Кто еще поиграть хочет? Я уже стал крутым. HQ, this is Delta 2-1. We have a sniper on us. Search clearance needed. Over. Блин, сейчас пойду опять убью. Copy that. Mobilizing search. Stand by. Они что, стреляют?
Stage by out, сказались, то есть подальше и... Блин. Там тут есть. Главное, что они могут сесть где угодно сейчас. Я прям на них выйти могу. Секунду, я знаю, что сделаем. Пока что где-то там он. Ладно, давайте попробуем лодки угнать. О, минометик. А ну, постреляем с минометика. А вот и есть что-то хорошее? Давай обыщем тебя, пули. А ну. Блин, жалко, нельзя стрелять с минометиком. Опа! Блин, он меня не видел, где я его не видел. Так, все, вроде мы тут всех зачистили. Давайте лодку пробуем угнать, что ли. А ну, можно? Что, я зайти не могу? Стоп, в воду не прыгай, мы сейчас умрем, наверное, и загружаться придется. А ну, может, отсюда можно как-то зайти? Нет! Нет! Да ладно, плавать умеет персон, хорошо это. Место. Ладно, так, смотрим. Нам надо кого убить? Второй где находится? О, да, мне еще туда идти и идти. Пилять и пилять. А этот где находится? Чё, в какой-то жопе сидит. Может, по кругу надо было обойти, быстрее было. Так, ну здесь должна быть какая-то пещера. Как у них тут соединение? Вот тут, по идее, дорога есть где-то. Судя по всему. Ладно, побежали нам прямо. Нам туда бежать. Пошли. Я сегодня хотя бы первую карту пройду. Не, неплохая игра. На самом деле, мне нравится, что я вижу. Что, опять один день, стрим в день? Сегодня арк еще должен быть. Ну, мы сейчас, я думаю, еще 20-30 минут поиграю в эту игру. Ну, на самом деле, прикольно. Это такая, вот, похоже чем-то на Tom Clancy Ghost Recon Wildlands. Вот, очень похоже, в плане тоже такая, знаете, про военные операции. Бля! Про военные нахрен операции. Так, мне лучше самаливать, я знаю этих четверных ребят. Давай тут сядем. Ну? Бляха. Uniform 1, Uniform 1. We lost the enemy. I repeat, we lost him. Over. Вы даже не искали меня еще, ребята. Hard copy. Keep looking. He must be close. Out. Блях, они уже воплятались, спорим? А вот и они. Беги! Sierra 1 to base! We can see the hostile! Clear! Давай, выходите. Copy. Form up and engage. Out. Видали? Блин, ни хрена не вижу этих травы. Не понял, ты куда целишься, дурень?
Attack! Kilo 5 to base. Ах ты ж гад. Charlie 3 to base. We have a sniper. HQ. Enemy's position known. Ready to engage. Clear. Roger that. Flank and suppress. Out. О-о, они идут сюда все. Search for them, hurry! Kilo 5 to base. We lost him. Awaiting orders. We got a dead fucking soldier here! Someone is shooting nearby. Ляха-муха. Вот я Валера, блин, бегу путешествую. Что такое дробашек? Давайте возьмем. А, хотя нет. Лучше моя винтовка, каска. Пацаны, я, блин, это не совсем похоже на стелс игру. У меня это мочилово просто. Типа, пацанчик взбесился и пошел всех мочить. Так, я тут понабирал у тебя пистолет. Блин, а пуль больше нету. А есть у кого-то калаш? О, вот это я у тебя возьму, стой. Как это взять? Блин, я хочу это взять. Пацан. Да подожди. Как эту хрень взять? Блин, вот хорошо, что ты дробаш гребаный берешь. Возьми вот эту штуку. Типа это такой же самый, как у меня, но может он, блин, больше... этих пулек у него там. Так, ну пошли, тут уже никого, наверное, нету. Я думаю, они все рассосались. Так, ну это как раз этот проход, походу, да, который идет, да. А, карта не такая большая, на самом деле. Опа, что это такое, да? А, это забраться можно. Здесь лазят, мне интересно. У них тут целая база, они, блин, что, подтягиваются вот так, как я? Пацаны, наверное, сильные у них. Никого? А, вот один, вижу. Так, стоп. Раз. А, так, здесь должен быть этот, блин, Рашид Машид. Или как там его зовут? Он где-то в этой зоне, а ну вот, он где-то тут. Надо пройти сначала. Так, этого сейчас по стелсу зацепим. Ой, ты куда идешь? Стой! Стой, мужик! Ляха. А нет, ты что, шутишь? О, калаш. Дай пулю. Так. Вон он. Вижу. Не знаю.
me! Я успел тебя вальнуть. Как они сразу кричат cover me? Вот мне интересно, откуда они? Привет. Спасибо. Судя, такое было дробаш, мне не нужен, а это что? Спуститься. Нет, это не спуститься, это противогаз. Так, еще там урод. Как он меня не видит? Стоит в бинокль, чувак, пырится. Тут труп лежит, а он меня не видит. Я, конечно, могу со снайпы его снять, но это, блин, я распугаю всех. Ладно, это дурная затея. Я почти, блин, дошел до второго босса и буду со снайпы стрелять. Я же не дурак. Зачем руинить? Вы потом ржать будете, если я сейчас опять заруиню. Control, it's Raven. I'm approaching the Overwatch for Payne's training camp. Roger, Raven. Do this quietly. If you alert them, you're going to be knee-deep in hostiles. Payne has sniper training too, so expect the worst. Yep. It's always tricky without a flanker guarding my back. Do it smoothly, and you won't need one. Да блин! HQ, we have eyes on Tango. Не понимаю я, блин, я ж подбежал, чё не ударил ты его? Чё он меня не стрелял? Base, we have eyes on hostile. Ready to engage. Over. Да пипец, началось. Copy. Dispatch all... Через колонну? Roger, Raven. Я не понял, блин, как? Я сейчас... You alert them, you're going to be knee-deep in hostiles. Pain has sniper training too, so expect the worst. Yep. It's always tricky without a flanker guarding my back. Do it smoothly, and you won't need one. Пошел нахрен. Я понял, сблизи, так тебя не ударишь. Он меня услышал, он меня оттолкнул, прикиньте? Я бегу на него, блин, нажимаю спам, любую там... Е я спамил, походу, потому что обычно Е это захватывает. Со спины, а он разворачивается и успевает меня с ноги ударить. Чё? Как вообще? А как ты по мне стрелял? Тут-то есть, значит, где-то. А мы сейчас... Где вот он? А вот, вот ты где. Куда ты смотришь, а? Блин, ты... Они, походу, тут какой-то... 0200. Блин, 0200, ладно. О, он сейчас туда придет, надо его убивать. Надеюсь, никто не слышал. Там еще кто есть по-любому. Так, этого надо забрать, потому что они трупные идут. Они. Поехали. Руины, говорит. Да блин, это механики, я просто не знал. Я думал, я сейчас бегу на него на щифте и типа с ноги или щиты там ударили, ножом ему в спину. А мой дебил побежал и получил с ноги плюху. Блин, твою мать. Так что, я проверяю, ребята, потому что механики, не то, что я заруинил. Я бы не бежал, знал бы я, что так работает система. Но я-то, блин, для вас. Все для вас. Как я красиво вам не прикрылся, не? Так, ну что, пошли, новая... Это отсюда надо попасть. Куда? Вот туда? Сколько, 1.5 километра, да? Конечно. 1.5 километра, блин. Че мы километр еле в пацана попали, а тут 1.5 километра. Подумаешь. О, нашел. Кстати, пока он стоит, это мой шанс. Сэр, this is the usual stop we take while patrolling. This is the usual stop I told you not to take. It's too exposed. I could easily get shot right now just by telling you not to stand here. Sir, we certainly hope you won't. Да.
Сколько он там метров до него? 1424. Блях, и он ходит. 1424. Это жесть, это, блин, это практически попасть. Вот так буду стрелять, все, я понял. Куда ты пошел? Валера, ты, блин, ходил за вперед. Валера, за что ты, ну, что ты меня предаешь? Ё-моё. Так, он как повел его. 400 метров. Ладно, пока он там идет... Давайте просто смотреть на этих всех чуваков. Control. I'm thinking that car lift might be useful. How? Dropping it will get their attention. Машина? Maybe even Payne himself. Or it might alert them. Your call. Это жесть уходит народом. Так, ну что, где ты? Что ты его в бараке ведешь? Ой, ё-моё. О, ты за ней все ближе-ближе подходит ко мне. Это, блин, неплохо. Так. 1360 метров. Спускаем. Так. Raven, listen in. Да, блин. We are the hope of Quamar, the Quamarian Army of Freedom. We will be the liberation of this forsaken country, surrounded by enemies since the day it appeared on the map. It's high time we end its oppression. Ты сколько на него там? На твою, блин, опять он достал. 1370. 1370. Это... Хорош! 1300! Да, блин! Хорош! Ну хрен они меня должны выследить, это нереально. Ребят, вы меня отсюда не выследите. Если вы выследите, вы вычитываете. Хорош! Хорош! Так. Офигенно, прям в башку. Так, выполнен контракт. Давайте третьего найдем уже. Как к третьему пройти? Где-то вот сюда проход. То есть надо идти через... Да, вот туда. Изи. А давайте еще кого-то убьем. Докажу вам, что я мастер. Мастер, как бы. Да, это, конечно. А типы такие, что? Ну реально, блин, вот посмотрите, какое расстояние. Тут нереально даже заметить, никого ничего не видно. А ну, меня попрятали. Сейчас еще кого-то убьем. Секунду, а что, надо заново всех отслеживать? А нет. А кто они стреляли? Они... Сука, блин, ты за Джон Коннором, что ли, сюда пришел? Я чуть не понял, как? С пулемета на 1.5 километра строчишь, попадаешь у меня, блин, причем каждым вторым выстрелом? То ли я дурак, то ли, блин, мне снайперка это не нужна, тут киборги какие-то воюют. С чего он стреляет на 1.5 километра и попадает, блин, каждой второй пулей? Пулемет, блин, пулемет, сука. Я со снайпы тут, блин, выцеливаю 10 минут, чтобы попасть на 1.5 километра. А он, блин, просто зажал и, блин... Вайля, Вайля, что происходит? Читеры, блин, везде. Да не говори. Оливка, не говори. Читеры, блин. Это... Тут может быть человек. Что-то я, блин, так все иду. Сохраняемся. Пошли они нахрен кого-то еще там подстрелить. Они меня убьют сейчас. Raven, our satellite shows you have hostiles approaching on your six. Это не стрим-снукеры. Да похрен, что они меня заметили. Окей, они там могли посмотреть, куда, в какую сторону упало тело. То есть понятно, откуда я стрелял. А дальше через бинокль они могли бы меня найти. Это, тут в этом ничего сложного нет. Это делается за 20 секунд. То есть ты после того, как упало тело, ты смотришь, ну, куда зашла пуля, хотя там разорвала голову, но все равно ты видишь, куда упало тело, в какую сторону. То есть оно, если завалилось, например, вправо, значит, выстрел был со 180 градусов в другой стороне, и ты просто смотришь через бинокль. Найти-то они меня могли запросто. Я хоть сразу убежал, но все равно они позицию примерно знали, откуда я стрелял. То есть в дальнейшем, когда я вернулся, они высматривали, они меня бы увидели. Но меня удивляет, как они с пулемета или с автомата на 1.5 километра, сука,
попадали в меня каждым вторым выстрелом. Вот это меня удивляет. С чего они стреляли? Что это такое вообще? Дайте мне такое оружие, я, блин, любую войну выиграю. Это просто жесть. Так, кто там, Федор? Остаться на карте? Пошли к Федору. Well done. Proceed to the next one. Жесть. Это жесть. Понятно, Розава пытались сделать хардкор. Я как бы, ну, понимаю, почему они такую точность не сделали, чтобы ты якобы не отстреливал всех, кого тебе не лень. Но, блин, могли бы сделать, чтобы просто патрули бы приходили. Ты вот, например, стрельнул, 15, там, 30 секунд, 50, ну, или минуту проходит, в зависимости от расстояния, и приезжает патруль. Это было бы логично. Опа, я не понял, а ты плохой или ты хороший? Так. А, блин, что делаю? Так, это вроде плохой. Ёмало. Да блин, ну какого хрена? Даже заберись. Да блин, ну что ты пройти не можешь тут? А что за нахрен? Close again! Бляха. Красивые текстуры, но баганые. Опа! Papa 8 to base. We have a hostile sniper awaiting orders. Clear. November 5 to HQ. We have the hostile's position. Over. Roger that. Flank and suppress. Out. Так, один вон. Вон второй, понял. Секунду. Search for them, hurry! Вылези. Base X-ray Yankee. The Tango escaped. We can't locate him. Over. Copy that. Resume sweep for Tango's location. Ты сколько, ты что, издеваешься? Out. Блин, ты видели? Он просто тупо прячется. Один где-то. Блин, пистолет какой-то дерьмо у меня. Еще кто один есть? Не понимаю, кто. Там. Ладно, хрен с ними, так, пересоберем пули. Так, стоять, куда идти? Я потерялся. А, где он сидел за баррикадой? Стоять, что-то ничего не понял. Так, секунду. Ё-моё, сука, их тут. Сюда? А нет, тут я вышел, да, я отсюда стрелял, а он сидел вот там, все, понял. Тут сообразил. Значит, нам сюда. Где ж ты?
Так, он где-то тут. Control, it's Raven. Do you read me? Loud and clear, Raven. I'm nearly at the OP for the communication facility. So inside one of the buildings. I need to get him out. Короче, с АИ немножко есть косяк. All that comms equipment will draw a lot of power. Видели, как он сидел? Plenty of possible targets. Интересно, как он хотел... Or at least get him to look out of a window. Roger, good luck. Raven, you need to disable both antennas. We're still picking up data streams from the facility. Novikov can't work without power. Roger, I'll see what I can do. Я не совсем понимаю, как он хотел... Знаешь, что враг где-то вот оттуда идет. То есть тут, тут как отсюда? Отсюда не пройдешь, правильно? Ну, по камням нельзя, ну, я посмотрю. Да, по камням, как по камням нельзя, а тут больше неоткуда идти. Этот чувак, вдумайтесь, он сидит вот так вот и смотрит туда. Когда враг даже отсюда не может прийти, то есть ему даже вот так сидеть, если он даже можно сказать, что он вот так смотрел, это тоже нелогично. То есть ему надо было только туда смотреть, а он сидит жопой. Да, чувак. Как тебя взяли в солдаты с таким интеллектом? Ладно, допустим. И, короче, надо править. У них, короче, что-то с координацией у этих и проблематично. Они прям вообще тупые, как пробки. Так, ну чё, тут меньше, чем полтора километра. Вертолет, нифига себе. Там была, кстати, машина, можно было пробовать угнать. Эй, эта база уже такая была, я чуть не понял. А, стоять. Где третий? А, он прям тут где-то. Не, стоп, секунду, он тут прям? Не понял. Подо мной, что ли? А... Ладно. Я не понял, показываешь, он тут? Или типа отсюда его надо убивать, показывает, возможно. Поехали. Raven, you can further sabotage Rashida's supply chain if you disable this comms facility. Acknowledged. There are multiple power transformers. Left side, mark 1-1 and 1-2, and right side, mark 2-1 and 2-2. Do you have visual? Roger, Control. Looks like they're hooked into the satellites. No power, no signal. Так, они же, чтобы я снял, короче, я так понимаю, антенну. Где этот, блин, лидер? Вот, 1-1, 1-2, это, короче, вот эти штуки надо поснимать. Угу, целая, блин, система, нахуй. Так, ну километр. Прожектора. Снайперов нет. А где главарь? Хм. Ладно, дрон у меня есть. Дрона нет. Блин, что делать? Я его не нашел. Они сказали, что-то где-то в окне он вроде. Это тоже не он. А пройти туда нельзя, кстати, судя по всему. Control. I've run recon and have no visual on the primary. He is confirmed on site, Raven. We're tracking signals from that location. Shit. He's inside then for sure. Which is why you need to get him outside. The question is, how? I'll leave that up to you. Блин, предлагаю тебе придумать самому, как выманить чувака, блин, наружу. Сюда стрелять не смогу, бо эти кипиш поднимут. О, генератор повредить могу. Ну давайте, начнем с генератора. Не знаю, блин. Возможно, они, блин, не услышат, что я стреляю. Так, генератор, километр, пристрелочку.
поправка на ветер. Не знаю, так можно его вообще вырубить? Или это надо вырубать? Блин, как мне его выманить? А вот еще. Блин, ё-моё. Ладно, давайте с этого генератора начнем. Не знаю, проверю. Я не уверен, что он... ...938 стоять. Значит, надо стоять вот так вот. Сломался? Есть. Второй? Так, второй опять смогу. Второй. 939. Эти могут быть очень просто. Ты не говоришь, что починил там уже его? Сказали, что антенна одна поломана, а мы смотрим, это починил его. Так. Так. Починил, но я сюда не... А, хотя не смогу, сейчас. А сколько метров до нее? 920, я вот так могу сказать, значит. О, попал? Не понял. Что за хрень? Никто не вышел из дома. Ладно, давайте стреляем по 1-2 этим. Перезаряжай, мне пуля просто кончится. Говорит, Эми, бахни, у меня патриков других нету. Мне нечем, мне только один тип патриков. Мне еще это надо сломать, судя по всему. Там они стоят, они меня услышат. Но я его не выманил ни хрена. Давайте снайпера снимем, потому что мне не нужен он тут. До свидания. Так, еще снайперов сейчас найду, всех поснимаю. Меньше снайперов, меньше проблем, как сказала моя бабка. А что, один снайпер у вас был всего? Серьезно? Давай вот это еще. 924, значит он чуть дальше стоит, да? 932, значит мне надо вот так стоять, но вам в этого не опасть. It looks like I disabled the first antenna. Good work. This should get Novikov's attention. Keep an eye out for him. Base? Break, we have an audio signal. Hello, big guy. It's over! The antennas are completely powered down. Can't you people fix anything? Copy that. It's been broken. Mobilizing search. You should stand by. Oh, by now. Куда цель делась? Где она, блин, я его не вижу. Так, теперь мне надо эту штуку. Снайпер работает, понял. А, вот он, все, понял.
Так, хорош. Где он? Блин, не вижу. Далеко. Блин. Тихо, перезаряжи. Надо было в бочке стрельнуть. Что-то не сообразил. Я потом увидел, после выстрела в бочке увидел. Это и была цель. Да я понял, блин, пацаны. Спасибо. Raven, he's running. Shit. Блин. Don't let him escape. No way he's getting away. Так, ну давайте. Значит, сейчас мы... надо его сначала подсветить. Я звал на каком расстоянии. Вот он, так. Его уроды стреляют, но не выпадают. Это, короче, снайпер мне выпадал, судя по всему. Я сижу или лежу? Так, ну и где ты? А где ты? Я не вижу. Едет. Так, сколько метров? Ой, блин! Блин, я затупил. Сколько до тебя? 500. Понял, почему затупил. Вот. Он по другой дороге поехал? Блин, без толку так стрелять. Убежал. Короче, нет. Попасть, короче, очень сложно. А что, все уже? Он ушел? А нет, цель убегает. Давай перезарядим для начала. Этот снайпер гребаный у них. Я ж поснимал всех снайперов. Так, стоять, надо подсадить его сначала. Где он? Не понял. Control, Raven here. I read you. Novikov escaped. Ай, блин, контракт провален. Я не понял. А что меня сохранило, загрузило с этого момента? Говорит, он уже уехал, цель убегает. Ну я его не словлю, да, это понятно. Так, а ну куда он делал, там убегает? Короче, блин. Ну там стреляет со мной хочет. Снайпер, где ты? Где-то вот тут он у них. Вот это снайпер. Все, минус. Не стой, его снял. Control, Raven here. I read you. Novikov escaped. Bollocks. We've lost any chance of eliminating him. Тоже хочешь? А, спрятался. Так, 22. Да, сука. Вот еще, там еще кто есть, снайпер какой-то. Charlie, free to base. We...
надо было смотреть. Так, наводчика сняли. Наводчика у них больше нет. Так, этот, ну, как он далеко прячется. Но он полностью за угол прячется. Хорошо, давай сюда, Миша. На. Убил, интересно? Попал. А ну? А не убил. Странно. Попадешь? Опа! Hard copy! Девятьсот шестьдесят два, да? Ладно, пошли. Провалили мы последнее задание, можно эвакуироваться. Валим на эвакуацию. Постреляли немножко мужичков, но в принципе со временем начинаешь привыкать так стрелять. То есть видите, чуть-чуть уже лучше в конце стало. Единственное, на ходу еще не понял. Надо упреждать, надо секунды, короче, понимать. Надо взять секундомер куда-то, в одну руку секундомер, нацелиться куда-то, вот 600 метров. Нажать одновременно на секундомер и на выстрел, и посмотреть, сколько примерно летит пуля. 600 метров. Ну, хоть там полторы секунды, две секунды. Просто от этого можно плюс-минус плясать. Хотя все равно попасть, конечно, в движущуюся цель, особенно на машине. Ну, если его, типа, снять. Это практически сложно, короче. Это возможно, конечно, но это прям надо вообще очень долго тренироваться. Выйти. Сейчас будет арк скоро. Так, ладно. Че, я иду сохранить. А как сохраниться, кстати? Где, блин, место? Ну, за него 15 тысяч не дадут, понятно. А, стоп, выведение. Спутниковые антенны. Блин, я вторую спутниковую антенну не вывел из строя. Что? За это деньги дают. Секунду, пацаны. Сейчас выведем. Ну, блин. 15 косарей, да, там или сколько там дают, 10 косарей. Сейчас, у меня еще 14 пулей, сейчас выведем антенну со строя и пойдем эвакуируемся. Посмотрим, что там я прокачки получил, не получил. Вот это легко, если научиться. Да блин, все легко, если ты в этом шаришь, профессионал твоего дела. Ну как легко относительно, ну легче, чем, короче, тому, кто вообще не в этом не варился и не знает. Так что да. Тренироваться просто надо больше. Так, они там успокоились, интересно. А кого не стреляют до сих пор? Эй, ребят, я давно ушел уже, вы чё? Так, вывести антенну. Одну вывел, стоит вторую сейчас выведем. Давайте. Вот, сколько? 925 метров. Это и нету. Не понял. 925. Жопу ему сейчас. Пердак, смотрите, прям в пердак. Ай, ладно, чуть выше. В сердце. Нет, сердце не с правой стороны. Левее. Ладно. Сколько это метров? 4. Прям у него в руках сейчас разобьют, смотрите. The second antenna is down. Да. Так, что я там еще выполнил? Антенны я вывел, этого убил, этого не убил. Этот убежал, крыса. Что это, русский убежал, да? Блин, рыжий. Это самый злодей был, понимаете? Ладно, все, валим. Roger that. Alerting nearby sectors. Search from cover. Out. Хорошо. Завтра продолжим, если вам понравится эта игра. Завтра пойдем на вторую миссию. Ну, первый, короче, я выполнил 3 из 4 заданий.
машины я, конечно, заруинился. Хотя мог на самом деле нормально все сделать, если бы стрельнул в бочки. Можно было не питаться, как я на ходу его поймать пулей. Надо было в бочке стрелять. Второй раз, когда я загрузился, я мог это сделать, но я начал и покорчить профессионала, и вот поплатился, профейлил, короче, задание. Обидно. О, все, вот и точка. Поехали. Прошлого света тут не было, кстати, когда я добежал. Видимо, из-за того, что я антенну не уничтожил. Блин, вы знаете, что. Поехали. А, или потому что я задание не выполнил, наверное. Так, все. Покинуть регион. Смотрим, что мне зададут. А, ну да, я выполнил миссию или я чуть не понял. Так, серия. Пустыня, 100%. Но это обучение было. 10% только здесь прошел, а что дальше? Не понял. А что все остальное закрыто? Контракты для убийства. Надо его убить, я так понимаю. Урон, нифига себе, это урон, видите? О, темп стрельбы, это получше. Жесть, тут конечно винтовки. Это тоже охрененное. МССР 10. Доп оружие, ну доп оружие. Лук, серьезно, лук? 25 тысяч стоит, сколько у меня? У меня 68... Пацаны, 68 косарей. 200 косарей. Ладно. Пока ничего не покупаем. Я собираю на самое топовое. Мне надо с глушаком. Это с глушаком самый лучший. Зачем вот эти пистолеты, интересно? Для кого они нужны? Если это по стелсу, надо все проходить. Ты что-то есть с глушаком? Это автомат? Миг. Типа на калаш похож. Все. Ладно. Так, господа, на этом все. Вот такой вот первый взгляд на игруху, которая называется Снайпер. Какой там Снайпер Ghost Warrior Contract 2. Вот, если вам понравился стрим по этой игре, не забывайте зафоловиться на ютубе, оставляйте свои комментарии. Говорят, купи лук. Давайте в следующей серии, вот завтра продолжим еще одну серию, вам покажу по этой игре. Потому что мне на самом деле понравилось. Вот что они говорите. Вообще, вот если сравнивать игру, там, я не знаю, с каким-то Splinter Cell'ом или с каким-то, я даже не знаю, кому больше она подходит. Splinter Cell похожа на нее, да, по стелсу. Но она как бы, блин, она вот мне Ghost Recon Wildlands больше всего напоминает. Вот не знаю почему, вот графика, типа задания такие, знаете, это тоже вот мир большой достаточно. Но хотя здесь линейный мир, вы сами видите, тут есть такой линейный коридор, потом идет какая-то зона, площадка там 50 на 50 метров, ну или 100 на 100, там 200 на 200. А потом точки, позиции, где ты отстреливаешь просто врагов, они там где-то далеко ходят. То есть по факту, вот так она, эта игрушка сделана, это... Прикольно, наверное. Это не так много она весит из-за этого, потому что, прикиньте себе, этот город они вблизи весь прорабатывали. Такие текстуры хорошие надо было бы натягивать. Так они натянули себе там что-то такое, плюс-минус, сдалека, то, чтобы оптики не разглядишь. И все. И вот тебе, блин, ну, прикольно сделали. Механика стрельбы тоже офигенная. Да, немножко есть косяки с ботами, которые с калашей или с автоматов стреляют, это минус. Вот. Ну, в остальном, в принципе, может быть и там. Так, дальше арк. Минут 15 перерыв. Увидимся с вами... 15-20 перерыв, и увидимся с вами в арке, покажем сегодня дополнение. На этом все, с вас подписка, и не забывайте на ютубе оставить коммент по игре, что вы думаете конкретно за эту игру. И также, кстати, что будем покупать, еще можете написать в следующей серии. И вот тут луки, я вам покажу, что есть. Вот оружие какое. Ну, я бы, конечно, собирал на снайперскую винтовку какую-то вот из этих, что-то посерьезнее уровень. Вот это я бы хотел попробовать тут, конечно. Урон охрененный, темп стрельбы устойчивый, да все хорошее. Компенсация отдачи вообще шикарная. Запас патронов. Короче. Гашение шума, смотрите. Просто, блин. Это божественно. Ну, моя сколько стреляет. Ну, хотя... Ну да, моя гашение шума никакого не имеет. Вот. Все, увидимся с вами через 20 минут, поэтому не переключайтесь.